Привет, друзья! Вы на канале «Карева. Жизнь на Кипре». И сегодня мы приехали в очень замечательный комплекс, который расположен в районе Алсанжак, недалеко от нашего дома, который состоит вот из таких красивых таунхаусов, вилл и домов клубного типа, в котором расположены квартиры 1 плюс 1 и 2 плюс 1. Данный комплекс почти весь распродан и заселен, но есть здесь очень интересные варианты. Например, такой таунхаус на старте стоил 150-160 тысяч фунтов, но есть сейчас таунхаус от вторичной перепродажи по стоимости 139 900 тысяч фунтов. Хозяин готов продать его за 139 900 тысяч фунтов. Пойдемте, покажу вам таунхаус. Посмотрите, на территории есть небольшой участочек, где растут красивые цветы, можно засадить туями. Также можно сделать немножко другой забор. Есть большая терраса и место для автомобиля, а также небольшой участок земли, где вы можете посадить себе маленький огород при желании, цветы, сделать детскую зону и зону барбекю. Вот. Теперь давайте зайдем в сам таунхаус, и я вам покажу, какой он красивый. Смотрите, какие здесь площади, просто огромные, какие высокие потолки, много окон, мраморная плитка на полу. Таунхаус выполнен очень из качественных материалов, мне понравилась кухня, я очень люблю такой цвет. Каменная столешница, здесь можно варочную поверхность поставить. Посудомоечную машину купить. Здесь немножко не прибрано. Вешается телевизор или здесь ставятся диваны красивые. И здесь просто огромные площади. Выведено много ламп, можно красивые люстры повесить. Красивый здесь потолок. При желании можно еще изготовить остров, он здесь, в принципе, по площади позволяет нам, либо какую-то барную зону можно выделить отдельно, чтобы было кухонное, а можно оставить все вот так вот, и можно здесь хоть в хоккей играть. А в этом таунхаусе, обратите внимание, выведены вот разводка для батареи, то есть здесь этот таунхаус можно отапливать. Теперь давайте посмотрим, что здесь есть на первом этаже. При входе у нас большой шкаф встроенный, огромный. Вот двухстворчатый шкаф. Далее у нас маленькие шкафчики под лестницей. Ну, для хранения, знаете, много чего. Очень, кстати, это хорошо, функционально. Здесь можно установить и стиральную машину. И вот такой красивый санузел, посмотрите. Красивая плитка, инсталляция. Как мне нравятся мраморные ступеньки. Пройдемте на второй этаж и посмотрим, что на какие комнаты на втором этаже. Я очень люблю район Алсанжак, потому что здесь очень развита инфраструктура. Все рядом, до Гирны ехать на машине около 10 минут. В пешей доступности находятся магазины, кафе, школы, сады,
Далее, мне нравится, что здесь есть банки, обменники. Здесь находятся очень важные объекты, которые необходимы для нормальной жизни человека. То есть не надо думать, вот если у меня что-то закончилось дома, там, куда-то мне ехать, да, там, за сметаной куда-то. Тут рядом, на машину прыгнул 2 минуты, и там у тебя 5 магазинов на выбор. А можно даже до некоторых магазинов дойти пешком. Это очень важно. Иногда бывают ситуации, когда, особенно говорю, когда дети-подростки, не хочется их возить до 18 лет, чтобы они сами могли прийти домой. Это очень-очень важно. Поэтому вот это данное предложение, оно очень хорошее тем, что здесь раз, хорошая цена за 139 900 3 плюс 1 таунхаус в таком районе. Второе, это такой классный район. Ну, я на сегодняшний день лучшего варианта не знаю. Итак, на втором этаже расположен санузел с душевой и 3 комнаты. Вот зайдем, посмотрим, какие санузлы. Я всегда задаю вопрос, почему дверь открывается вовнутрь. Можно ее немножко переделать, чтобы она открывалась наружу. Красивая плитка. По качеству вообще исполнения, строительства, видите, как двери, нету никаких щелей, все замазано. Очень-очень качественно. И сама плитка, вот если посмотреть, она лежит встык. Хоть я девушка, вы, может, думаете, что я не разбираюсь, хотя я прошла уже где-то 5 или 6 ремонтов с нуля, без дизайнера. Я вижу, что вот здесь плитка лежит хорошо. Зафугована, может быть, есть вопросы, но очень красиво, она как полотно. Посмотрите, в комнате расположен шкаф хороший, большой, с такими вот шкафчиками. Комната достаточно большая, вешаются красивые шторы, здесь можно поставить стол, поставить кровать, тумбы. Она прямоугольной формы, но она большая, комната эта хорошая. Вот то, что нужно. Я иногда смотрю объекты, и у них какие-то гигантские размеры. Я понимаю, что отопить и вообще зачем гигантские. Также смотрю какие-то маленькие. Вот эта комната поменьше. Это вот детская для ребеночка или какой-то кабинет. Вот она с балконом. Посмотрите, какой вид. Так интересно, здесь находится рядом соседняя вилла. Видите, какой район? Тут вилла, вилла, вилла. Кажется, там уже друг на дружке. Очень рядышком, потому что это место очень хорошее, оно очень востребовано. Здесь очень дорогая земля. Вот вы будете жить, вас никто не будет видеть, а вы будете смотреть, вот как купается сосед. Ну, вот так вот. Можете не смотреть. Дальше мы проходим, и у нас еще одна комната, тоже с встроенным шкафом, и она такая же небольшая, как и соседняя комната. Это вот очень хорошо для семьи с 2 детьми. Небольшая комната, стол, кровать, какой-то там детский уголок. В общем, вешаются также, видите, батареи, красивый вид вот на виллы и прекрасный вид на горы. Пойдемте, покажу вам далее. Вот здесь, в общем, расположены 3 комнаты. Одна больших размеров и 2 небольших размеров. Пойдемте на самую главную часть этого дома. Пойдемте, покажу вам террасу. Терраса больших размеров. Здесь можно установить все, что вы захотите. Шезлонги, можно сделать зону барбекю, сушильную зону. Я очень люблю на террасе, как я и говорила, сушить вещи. Терраса очень большая. Главное, что она безопасная для детей. Да, вот она с высокими ограждениями. Можно установить дополнительное ограждение. Вот с таким прекрасным видом. Здесь все утопает в зелени. Красота,
Тут и хвоя, и пальмы, и цветы. Посмотрите, такой вот, вот это Кипр. Вот такой Кипр я люблю. Вот для меня это просто... Посмотрите, какие горы, виллы. И с другой стороны у нас очень красивый вид на море. Мои любимые Мэрит отели. Впереди дорога. До дороги пешком, где ходят маршрутки, 5 минут. Это находится в районе Алсанжак. Это таунхаус 3+1, общей площадью 130 квадратных метров плюс терраса. И стоимость 139 900 000 фунтов. Заезжайте и живите. Друзья, если вас заинтересовало данное предложение, то обязательно свяжитесь с нами, и мы поможем приобрести вам данный объект недвижимости, а также и другие объекты недвижимости. Мы гарантируем вам лучшую цену, потому что мы сотрудничаем напрямую с застройщиком. Мы не накручиваем никаких комиссий и прочих процентов. Поэтому пишите нам, звоните нам, и мы обязательно поможем вам приобрести самую лучшую квартиру по самой лучшей цене. Также мы порекомендуем вам самых квалифицированных адвокатов, чтобы ваша сделка была максимально юридически правильной. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки, жмите колокольчик. Для нас это очень важно. Нам нужна ваша поддержка, чтобы как можно больше людей видело наш канал и видело то, что мы делаем для вас. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. I'm coming.